Приветики, дорогие друзья! Привет, ВОК! Меня зовут Елена Крыгина, это мистер Кот, и добро пожаловать на нашу с мистером Котом самоизоляцию. Нам, на самом деле, в четырех стенах вообще не скучно, потому что у нас очень много дел. Да, мистер Кот? Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим творческим пространством. Здесь у меня ресторан, здесь офис, а вот здесь бьюти-блогерская студия. Мы просыпаемся с утра и начинаем записывать видеоуроки для YouTube о том, как не хандрить на карантине и как выглядеть клёво. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Кисточкой наводим макияж. Я наснимала на свой YouTube столько, сколько не снимала за год. Там очень много новых идей макияжа, поэтому, пожалуйста, приходите на мой YouTube. Я не дам вам заскучать на этом карантине и на самоизоляции. После того, как мы сделали макияж, мы отправляемся в офис. Собственно, офис у нас переезжает вот так. В офисе мы, как и многие из вас, занимаемся чем? Разбираем рабочую рутину, пытаемся как-то спасти бизнес. Мистер Кот в данном случае выполняет роль важного секретаря и независимого консультанта. В приемная. Нет, мистер Кот не может подойти. Дальше мы переезжаем в ресторан. Пока нам с мистером Котом шеф-повар в моей голове готовит ланч, я, конечно же, достала самую красивую, богатую посуду. Ну и, конечно же, как любой активной женщине, мне очень важен спорт. Поэтому мы отправляемся на тренировку. Появился очень классный новый тренажер. Прокачивает мышцы бедер. Вот эта тренировка была. Еще немножко медитации, баланса. И день прошел вот так. Ну и в завершение, что мы вам порекомендуем с мистером Котом для вашего самоизоляционного макияжа? Капельку BB-крема пальчиками растереть на все лицо. BB-крем идеально подходит для самоизоляции, потому что спасает вашу кожу от очень сухого воздуха, увлажняет ее, ухаживает, при этом не заметен, выглядит супер естественно. А еще вам понадобится конкрет в оттенке peach. Чуть-чуть на губы, на щечки в качестве свежего румянца и немного на глаза. Будете выглядеть свежо. Вся ваша самоизоляция пройдет очень быстро, очень бодро. У вас будет много энергии на то, чтобы изучать в это время что-то новое, не хандрить, разобрать наконец-таки гардероб, специи, аптечку. На это всегда не хватает времени. Всех целуем, всем пока. Спасибо, ВОК.